печечка сера, она легко горит. Это веник, им подметают пол. Это шкаф, в нем хранят еду тарелки или чашки. Это поднос, на нем нарисована картинка. Это ведро для мусора, у него есть дно и стеночки. Это мелкая тарелка, она может разбиться, если упадет. Это солонка, ее ставят на стол. Это стол, на нем кушают. Это миска, в нее кладут салат. Это графин, он прозрачный. Это дуршлаг, в него высыпают еду, чтобы стекла водичка. Это полотенце, оно может быть большое или маленькое. Это сковорода, она тяжелая. Это салфетки, ими вытирают ручки и ротик, если они испачкались. Это мясорубка, у нее внутри много маленьких ножей, которые мелко режут еду. Это термос, в нем носят горячий чай или компот. Это ложка, ложкой кушают суп или кашу. Это совок, на его широкой части загнуты края, чтобы мусор не высыпался. Это скалка, она деревянная. Это чашка, у нее есть ручка, чтобы крепко держать. Это блюдце, на него ставят чашку. Это кастрюля, в ней варят суп или компот. Играем. Нажми мышкой на предмет «Кастрюля». Покажи стул. Ты ошибся. Умница. Покажи чайник. Молодец. Где кухонная доска? Молодец. Где кастрюля? Подумай еще. Правильно. Малыш, покажи, что стоит за совком? Неправильно. Молодец. За совком стоит печка. Малыш, покажи, что стоит справа от стола? Умница. Справа от стола стоит веник. Малыш, покажи, что стоит возле чайника? Умница. Возле чайника стоит кастрюля. Малыш, покажи, что стоит между кастрюлей и чашкой? Неправильно. Правильно. Между кастрюлей и чашкой стоит чайник. Малыш, покажи, что находится слева от умывальника. Умница. Слева от умывальника лежит мыло. Малыш, покажи, что стоит перед печкой. Молодец. Перед печкой стоит веник. Малыш, покажи, что стоит в шкафу. Правильно, в шкафу стоит тарелка. Малыш, покажи, что стоит под столом. Умница, под столом стоит ведро. Малыш, покажи, что стоит между холодильником и столом. Правильно, между холодильником и столом стоит стул. Малыш, покажи, что стоит справа от стула. Молодец! Справа от стула стоит кастрюля. Малыш, покажи, что находится под шкафом. Неправильно! Умница! Под шкафом висит доска для нарезки. Малыш, покажи, что висит на стене. Молодец! На стене висит шкаф. Малыш, покажи, что стоит слева от чашки. Умница! Слева от чашки стоит кастрюля. Малыш, покажи, что стоит слева от стула. Подумай еще. Малыш, покажи. Подумай еще. Правильно! Слева от стула стоит холодильник. Малыш, покажи, что находится возле кухонной доски.
Правильно, возле доски стоит хлебница. Малыш, покажи, что стоит на столе. Умница, на столе стоит кастрюля. Малыш, покажи, что стоит между стулом и веником. Умница,